Всем привет, моя любимая. Кто-то просил бич-пакет, вот, ролл там, думаю, давно не ела. Всем приятного аппетита. Ой, мне так понравилось, как Олеся Ухванова написала такой комментарий классный. Огромный привет. Значит, был вопрос. Как я вылечила поликистоз яичников? Я раньше очень много лечилась, ребята. Это были разные гормоны. Ну, это все назначал... Не гинеколог, а репродуктолог. Также стимуляции, там все такое. Но он у меня держался, поликистоз. А когда я перестала вот как-то лечиться, перестала жить с этим человеком, у меня вот на УЗИ вообще не нашли ни поликистоза, ничего. Я говорю, у меня столько лет был этот поликистоз, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Все в норме. Ну и лечилась я долго. И витамины, и гормоны, которые можно пить там только или 6, или 7 раз за жизнь. И фолликулы росли. Все равно, ребят, для женщины самое главное это быть все-таки, знаете, в спокойствии. Поэтому для себя лично я решила, что буду себя очень беречь. Конечно, не без экстрима, но беречь буду. Вот. И помню, когда еще вот стимулировали, все, врач говорила, вот тогда следила, что вот оживляются, оживляются яичники. Сейчас сказали, вообще в норме. Поэтому классно. Также я знаю женщин, которые рожали с поликистозом. Мне, помню, даже одна женщина учила, что нужно в определенные дни цикла беременеть. И она родила троих деток с поликистозом. Правда, на третью беременность там была тяжелая, но она такая, знаете, эмоциональная была такая девушка, такая прям очень редко можно увидеть таких людей эмоциональных.
И еще. Просто написано, что память. Еще один момент. Написали, что в моем видео много матов. Я, кстати, не специально вчера ругалась матами. Просто вылезли. Могу позволить себе и поругаться матом. Могу и не ругаться матом. Я вообще всю жизнь ругалась матом. Не знаю. Но сейчас очень важный момент, что, ребят, возможно, вы уже увидите совсем другую женщину в дальнейшем, да? Ну, помните, что хорошая девочка всегда здесь, хорошая девочка всегда на вас смотрит, просто моя хорошая девочка всегда будет под защитой, иначе ее затопчут. Я понимаю, что не все это делают люди, да? Я понимаю прекрасно, что многие берегут мои чувства, я это видела по поступкам, да, по тому, как человек обходил там мои какие-то больные раны, потому что понимал, вот, и не один человек, много таких. Но даже порой близкие люди так сильно давят на раны. Я не могу позволить себе вот разрушать мой свет внутри меня. Ну, то есть я просто буду выстраивать защиту. И все, чтобы себя защитить. Сейчас будут вылазить разные запреты, которые я себе запрещала. Мне начали говорить люди, что ты уже не такая, как раньше. Вот эти дни ты стала другой. Ты какая-то не такая. Ну, объясняю. В мире разные есть люди. Кто-то специально давит на больные раны. Кто-то обходит, кто-то бережет. Если сам себя не защитишь от тех, вот, допустим, даже, ну, я вам рассказывала, от кого, да? Если себя не защитишь, то тебя просто растопчут. Настолько будут унижать из-за своей собственной какой-то внутренней ебанутости, да? Из-за своей какой-то такой ущемленности, униженности. Буду там пытаться раздавить. И, ребята, кто смотрит это видео, а вы на себя не берите эти слова. Я говорю про определенных конкретных людей, которые... Я вас очень сильно люблю, обожаю, благодарю за просмотр, целую. До новых встреч!